На Ямале вводятся дополнительные меры поддержки для ветеранов спецоперации. Губернатор Ямала Дмитрий Арчухов принял решение предоставить право первоочередного получения мер жилищной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, а также членам семей погибших солдат и офицеров. Они смогут в приоритетном порядке принять участие в региональной программе для молодых семей, в программе сотрудничества, а также получить денежную выплату взамен земельного участка для многодетных семей. В эти дни вся страна переживает и должна думать о тех наших бойцах, которые сегодня заняты отстаиванием интересов нашей страны, защитой наших граждан. Поэтому мы все на местах должны принимать новые решения, которые будут помогать семьям, непосредственно участникам боевых действий. Мы приняли решение о предоставлении вне очереди, приоритетное предоставление по нашим основным жилищным программам. Это молодые семьи, это по линии земельных участков, также по программе сотрудничества семьи с участниками боевых действий будут иметь абсолютный приоритет. Делается это для того, чтобы поддержка тех жилищных вопросов, которые всегда у многих семей бывают, была оказана в самое ближайшее время. Мы это все необходимые решения примем уже сейчас, и в ближайшее время можно будет обращаться в органы жилищной политики для того, чтобы получить непосредственную поддержку.